И что мы снимаем? И вы хотели бы, конечно, вернуться в Советский Союз. Советский Союз сегодня прямо для вас. Сделано здесь. Вокзальная 21Б. За моей спиной кафе-бар «Ностальгия». Здесь вы можете провести удовольствие полное. Вы можете отпраздновать юбилеи, свадьбы, банкеты. Ну, иногда и похороны, это тоже возможно. Да и просто прийти сюда. Потому что мы вам показываем, что здесь цены абсолютно нормальные и красивые. И, естественно, для всех вас. А вы мне хоть что говорите, но в Советском Союзе шашлыками баловались. К слову о том, что в ностальгии шашлыки одни из лучших. Ну и люля-кебаб, как и курица на огне. Не верите? А проверьте сами. И то, и другое шкварчит, истекает жирком. Да, да, да. Можно много говорить, но мясо здесь делается по правилу. Только лучшее и для всех клиентов. То есть, вкушая шашлык, вы поймете смысл. Как и есть, и это идеал. Ну и кебабы, и курица также от винта. Забираю здесь шашлык и для дома, и для дач, и для корпоратива. Потому что люди ценят мясо. А еще интерес, это не фастфуд. Вы заказали, для вас готовится. От и до. Все от и до. А чтобы вы поняли, что на правильном этапе, вот вам то самое меню. Внимательно прочитав, вы увидите, во-первых, рестораны Советского Союза не убивали ценами. Во-вторых, в кафе или в месте отдыха, а иначе ресторан с английского не переводится. И обратив внимание на выход, вы, наверное, поймете, что можно здесь обедать и ужинать. Цены оптимальные. И поняв это, вы отдыхаете под лучшую музыку из ретро и из последних новинок, подобранную для ностальгии на вокзальной 21Б. Да-да-да-да. Мы хотим вам продемонстрировать, во-первых, вот это качественное меню. Вот. А для того, чтобы вы не поняли, а для того, чтобы вы поняли, как это все готовится, я вам сейчас расскажу, что все мне говорят, что все это делается быстро, сегодня и сейчас. Нет, дорогие мои, целый час мы собирали это блюдо. И это у нас фирменное блюдо. Сейчас покажу, сколько она у нас будет стоить. То есть мы говорим про это фирменное блюдо. Цена вопроса вот этого фирменного блюда, это примерно 600 рублей. Мне говорят, что это не сильно дорого. Хотя я скажу, что вот мы сделали это фирменное блюдо из баранины. Так вот, это фирменное блюдо из баранины по весу 1100 килограмм. Ну, килограмм, 100 грамм. Нормальная цена на четверых покушать не. Потому что здесь люди отдыхают. Отдыхают душой и телом. Дискотека для возраста 35 плюс 5. Да? Место хорошее. Улица Вокзальная, 21Б. Я немножко попробую, чтобы было понятно, да? Как это все сделано? И насколько все это дело вкусно? Очень вкусно, реально вкусно. Мне бы хотелось такую штуку попробовать уже затем. Потому что... А, очень вкусно. О, потому что все это горит. То есть взяли такую штуку. Спокойненько занимаетесь. Можно потанцевать. Можно пообщаться. Да, в принципе, кафе «Ностальгия» для этого и создано, чтобы вы приходили и отдыхать, и общаться. Что здесь еще интересно? Все, что угодно делается для вас. Корпоративы, банкеты, свадьбы, проводы. Для всего есть место в «Ностальгии». Опять не верите? Вот вам свадьба. И честно, с такой ценой можно реально посидеть, отметив и день рождения, и юбилей, и просто встречи выпускников. Цены нормальные. Еще раз говорю, цены нормальные, не кусающиеся. Потому что ностальгия работает для всех. И для горожан, и для гостей города. Всем здесь рады, и все отрываются по полной. К слову, здесь весьма приветствуется женская половина населения. Приветствуется и поощряется. Потому что весь домашний труд на них. Но поняв цену, женщина скажет, а зачем? Зачем готовить дома? И это тоже время, а затем уборка.
И собирав и то, и другое, определившись ценой, мы можем жить как в Турции, где в холодильнике только конфеты. Потому что турки, мои любимые, дома не кушают. Там в большем удовольствии есть такие места. К слову о музыке. Вы знаете, но идеалов немного. В коллекции есть те вещи, от которых удовольствие больше присутствует, чем где-либо. То есть ностальгия на вокзальной 21Б возвращает вас в историю, где те, кому за 30, получают большее качество в отдыхе. Что бы вы хотели, как вы можете отдохнуть? То бишь, когда мы говорим, что это Советский Союз, это то же самое. То есть сюда могут прийти все люди, которые от 35 с плюсом. Ну, хотя некоторые могут и в 30 прийти. Разницы нет никакой. Потому что вы должны понять. Музыка работает именно для вас. Музыка вас не глушит. И вы можете потусоваться. Это красиво. К слову о том, что дискотека начинается с 9 часов вечера. Ну, иногда и с 8 тоже можно, если вы сильно-сильно захотите. А если у вас возникнут юбилеи и праздники, вы, в принципе, можете заказать качественного диджея. Придет один товарищ. Ну, это ладно. Вот. И все есть, как вы хотели раньше. То бишь, первоначальный шашлык, ну, естественно, и пельмени тоже будут. Адрес. Вокзальная 21Б.